Ежегодные состязания для школьников прошли в Марксовском районе. Конкурс «Безопасное колесо» для команд юных инспекторов дорожного движения проводится, начиная с 2008 года. Участниками становятся школьники 10-12 лет. Они должны продемонстрировать знания правил дорожного движения, основы безопасности жизнедеятельности, а также умение отлично управлять велосипедом. В этом году участие в конкурсе приняли 17 команд. На предварительном этапе каждая из них одержала победу на районных соревнованиях и теперь боролась за право представлять нашу область на федеральном уровне. Первое место заняла команда лицея номер 62 города Саратов. Это уже их вторая подряд победа на областных соревнованиях.